Торжественное открытие первой летней смены прошло в оздоровительно-образовательном лагере «Юноармеец». Заезд детей в лагерь уже состоялся. С момента их приезда сюда прошло несколько дней. Дети, и маленькие, и большие, уже познакомились друг с другом. В эти первые дни я увидел людей, с которыми я хотел познакомиться. Я даже когда вот сел в автобус, уже познакомился с ребятами, это уже хорошо. Что я уже знал, с кем я могу прям поселиться в комнате, что с кем у меня может получиться разговор в будущем. Детей перезнакомили между собой те, кто здесь, и все вместе, и каждый персонально, вожатые воспитатели, организаторы кружков и всевозможных игр, разнообразных познавательных развлечений будут отвечать на протяжении целых 3 недель перед родителями за отданных им маленьких и уже не совсем теперь юноармейцев. Лагерь «Юноармеец» – это гордость Щелковского муниципального района. Он в этом году вошел в топ 3 лучших лагерей Московской области. Первая смена открылась, 288 детей, полная смена. И желающих было еще очень много именно на первую смену. Хотя хочу сказать, что все последующие еще 3 смены также уже заполнены. Детьми будут заниматься более 50 профессионалов летнего отдыха. Самые главные сейчас для 7-14-летних мальчишек и девчонок – их вожатые. Они выплясывают на сцене, зажигая мальчишек и девчонок великим правилам педагогики «делай как я». А вожатыми здесь работают, даже несмотря на их студенческий возраст, уже вне всякого сомнения педагоги. Для них, для студентов педагогических вузов и колледжей, работать в «Юноармейце» – большая честь. Наверное, просто огромный опыт общения с детьми. Я вообще педагог по образованию, это, конечно, поможет мне в моей профессии. Ну и я думаю, как будущая мама, тоже я огромный опыт приобрету. Мы будем стараться максимально, хотя бы на 70%, коллектив, как бы, чтобы был постоянный. Костяк, он должен быть постоянный. И когда по практике работы лагерей, если он превышает этот костяк 50%, это уже прекрасная работа. Это работа, за которую можно ставить 5 смело. Детско-юношеский оздоровительно-образовательный лагерь «Юноармеец» работает 2-й год. В прошлом июне он был торжественно открыт после комплексной реконструкции, проведенной по инициативе администрации Щелковского района. Теперь лагерь принимает отдыхающих не только летом, но и зимой. На него в этом году было выделено денег в 2 раза больше, чем в прошлом. Это позволило обеспечить 560 детей путевками по льготной цене. Летом 2016-го в «Юноармейце» за 4 смены отдохнет 1150 детей. Андрей Цихануй, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».